где мы? А что мы? А как мы? Это вам. От нашего города Белгорода. Белгород пикин топали, хинтер ватапата, все ничего припали, припали типа. Мы в Белгороде. Едем на автограф сет, на автограф сет. Ну а мы по традиции сейчас заселимся в гостиницу и как сядем монтировать. Потом отдохнем 5 минут и еще раз монтировать. Это, кстати, клуб «Часы». Сегодня здесь будет много народу, а пока он пустой. Вы можете обратить внимание, насколько крутой ночной клуб и концертная площадка находится в городе Белгород. А если внимательней, посмотрите на потолок, сколько голов света висит в Белгороде. Все могло бы сложиться иначе, но сложилось именно так. Я держусь курса, что начал, держу над головой свой флаг. Все комплименты оставьте, я лучший. Это просто как факт. Девки, деньги и тачки не заменят мне мой результат. Мои кроссовки настолько знамениты, что они фоткаются вместо меня. Да-да. Живу на полную катушку и так буду жить всегда. Да-да. Мы парни с улиц, все, что есть у нас, это наша мечта. Сегодня кто-то прокачает Белгород! Чё, пацаны? Нормально, солнце? Всё хорошо? Да. Давай, давай. Чё такой недоволен? Ну, а чё? А чё не так? Микрофоны хорошие? Не, нормально всё, нормально. Сейчас винил всё. А, винилов нет, вот в чём. Нормально, да? Борцуха. На заправке заправляю тачку бензином, провоцирую охранников ночного магазина. Посмотрим, кто кого, пусть я худой, а он верзила. 2 миллиона кэшем, я без охраны. Успеть за 30 минут в аэрогонка лимана. От этого пыталась оградить мама Ливана. Но твой сын фанат адреналина, мне вечно мало. Эй, здорово. Ну чё, как концерт? Зашибись. Все было просто потрясающе. Спасибо огромное за концерт. Я знаю, что нельзя обниматься, но можно. 23-й город. Мы это сделали. До свидания. Бау.